Туда иди, иди туда, иди к нему. Несмотря на юный возраст, спортсмены мастерски забивают мячи в ворота соперников. Футбольный турнир устроила для ребят общественная организация «Офицеры России», на базе которой организован тренерский коллектив из настоящих профессионалов. Они занимаются с детьми в течение всего года. Сегодня мы организовали первый турнир нашей организации. Вот. Который, значит, футбольная, вот футбольная у нас организация называется «Днепровец». Вот. Сегодня мы пригласили вот 4 команды. Одна команда приехала из Москвы, остальные ребята занимаются в Одинцове. Все показали слаженную и хорошую для своего возраста игру. Каждый четко выполнял отведенную на поле задачу. Получается, вратарь – это как второй тренер. Он всем подсказывает, что делать. Не обходится в игре и без поражений. Однако тренеры учат не расстраиваться. Помогают анализировать неправильные действия и двигаться дальше, оттачивая свое мастерство. Мы им просим, чтобы они просто получали удовольствие от игры. Вот, чтобы не обращали внимания на цифры, на табло. Поэтому наша основная задача сейчас – привлечь максимальное количество ребят в футбол, чтобы они занимались, чтобы они росли, чтобы они, так скажем, укрепляли свое здоровье. Поболеть за ребят пришли родители, друзья, представители медицинской сферы, общественники. Говорят, глядя на таких ребят, нельзя не радоваться. Я сегодня очень рада, что я нахожусь вот на этом турнире. Смотрю на замечательных ребят, потому что это будущее нашей России. Мы встали, а они будут. И вот каким мы их воспитаем, такая и будет наша Россия. Я надеюсь, что в надежных руках. А впереди юных футболистов ждут медали и кубки за участие и победы. И еще много интересных товарищеских матчей. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».